Сорт томата «Зуб кабана». Это селекция Брэда Гейтса, Калифорния. Среднеранний сорт томата 100-110 дней проходит до сбора урожая. Высота растения в открытом грунте 1,50 м – 1,80 м. Плоды в среднем по 50-60 грамм. Форма плода удлиненная, пестро-шоколадного зеленого окраса со множественными полосками. На одном кусте формируется до 9-10 кистей, которая закладывает до 15 плодов средних размеров. Формировать растение нужно в 2-3 стебля и выращивать можно как в открытом грунте, так и в теплице. Вот так выглядит томат в разрезе. Очень интересного вкуса, прям супер экзотика. Этот сорт отлично подходит для цельноплодного консервирования, для соления, а также для употребления в свежем виде.